По данным Счетной палаты, за год в России образовывается около 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Половину объема составляет пластик. В Ульяновской области цифры меньше, при этом проблема остается. Окружающая среда страдает, мусорные площадки переполнены. Молодежь региона видит решение в увеличении контейнеров для сортировки мусора. И что более важно, в разумном потреблении продуктов на начальном этапе. Довести идею до реализации поможет новая единая площадка – экологический молодежный совет. Он будет работать при профильном региональном министерстве. Основная идеология данного совета и основная цель работы данного совета – это вовлечь активную молодежь в обозначение экологических проблем, в решение этих экологических проблем и, самое главное, в дискуссию между взрослыми и молодежью. На первую встречу пришло больше 100 человек. Это студенты ульяновских вузов и СУЗов. Идей много – озеленение и благоустройство города, уборка мусора. Каждый может выбрать любую отрасль экологии – от ландшафтной до промышленной. Поскольку Волга – это великая река, стоит задуматься больше об очистке отходов, которые в нее сбрасываются, потому что это очень крупная проблема, в принципе, для всех волжских городов. То есть стоит задуматься о сооружении очистных сооружений для заводов, для разных предприятий, для, стоит проверить то, как это осуществляется в водоканале и так далее. Мне кажется, это то, на чем нужно сконцентрироваться. Содействие будет оказано со стороны Министерства молодежного развития. С помощью вас, нас, молодежи, мы действительно сможем внести ряд изменений в природоохранную деятельность в том числе. Из числа всех заявленных молодых людей выберут 15 лидеров. В дальнейшем каждый из них будет курировать одно отраслевое направление. Кроме того, ребята смогут собрать собственную команду. Как подчеркнула Гульнара Рахматуллина, глава профильного министерства, самые активные смогут пополнить ряды ее собственной команды, участвовать в областных и федеральных проектах, писать и выигрывать президентские гранты. Сам совет будет сформирован в апреле. Попасть туда может любой желающий от 15 до 35 лет. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.